Дорогие друзья, ремонтируем сегодня вот такой вот стартер Robin 2501H. Вот, ну и ему подобный. Чем интересен нам этот будет ролик? Тем, что пружину намотать сюда довольно сложно. Пружина вматывается внутрь, туда, внутрь опускается. Вот. И непосредственно туда вкрутить ее довольно тяжеловато. Поэтому мы уже давно вот таким вот способом это делаем. Берем вот такую вот, делаем колечко из проволочки, ну и обычной вязальной проволоки, любой тоненькой проволочки. Вот, чтобы она у нас вот сюда, где будет стоять пружина, она у нас опускалась. Чуть-чуть я сейчас подтяну, потому что немножко будет большевато. Вот так. Вот, смотрим. Она у нас опускается. Вот, теперь берем пружину и вматываем ее вот сюда, вот в нашу вот вот проволочку, вот таким вот. Способом. Не спеша, чтобы ничего у нас никуда не выскочило, аккуратненько заматываем. Пружинка эта тоненькая, мотается без особых таких усилий. Вот, аккуратненько ее сейчас вмотаем. Вот. Вот такое вот у нас получилось дело. Теперь надо немножечко вот эту штуку вот так вот подогнуть. Потому что она у нас будет зацепляться вот здесь вот. Вот зацепчик по центру. Поэтому немножечко мы ее подогнуть должны. Даже еще чуть-чуть можно. Вот так вот. Вот. Еще подскажу такой моментик. Чтобы она легко заматывалась и не соскакивала, вот здесь вот, на вот этом вот крючке, мы немножечко напильничком сделали как бы такой надрезик маленький, чтобы у нас проволочка это держалась. А то вы будете ее вматывать, она будет соскакивать, соскакивать постоянно. Это довольно нервирует. Намотать можно, конечно, но нервирует. Поэтому небольшую насечку сделали, и у вас проволочка это фиксируется. Это очень простое действие, но облегчит вам намного работу. Теперь здесь у нас вот он, зацеп для пружины, для вот этой части. Мы туда ее вот так опускаем. Вот. Нам надо, чтобы она у нас вот сюда вот долегла. Вот чуть-чуть сейчас я себе помогу отверточкой и ее туда вдавливаем, только не сильными такими движениями, аккуратно, и отпускаем. Вот она у нас останется там сейчас внутри, а проволочку эту мы вытащим. Вот, теперь проволочку убираем, и вот мы видим, пружина у нас легла на место. Вот, и зацепчик, вот он у нас, за который сейчас будет цепляться у нас сам храповичок. Вот аккуратненько его опускаем. Вот защелкнулся.
отпускаем пружину эргостарта. Ставим храповик и закручиваем винт отверткой. Вот. Получилось у нас вот такое вот дело. Теперь нам надо намотать канат. Ну, кто смотрел мои видео, тот знает, как наматывать канаты. Мотаются они легко и просто. Вот так вот берем и мотаем. У нас канат будет идти сюда. Соответственно, мы сейчас пружину должны натянуть и намотать в обратную сторону. Вот так вот крутим ее в обратную сторону. Потом так придерживаем. Вытягиваем трос и постепенно отпускаем, она будет заматываться. Вот, но это слабовато. Надо еще на один оборотик нам подтянуть. Для этого мы сейчас вот с этой проволочки сделаем крючок. Достать нам надо. Тросик. Не тросик, а канат запускной. Достали. И делаем еще один оборотик. Вот так вот. Раз. Вот теперь хорошая натяжечка. Стартер в рабочем состоянии. Все. Подписывайтесь на наш канал. И вы всегда сможете сделать, по крайней мере, какие-то простые ремонты. 100% сможете сделать своими руками. Всем удачи, пока!